Меня зовут Ящук Евгения Викторовна. Я приехала из Украины, города Харьков. Я занимаюсь балетом с 4 лет и посвятила этому искусству 22 года своей жизни. Как балет изменил мою жизнь? Я верю, что балет – это искусство творения. Я приехала в Нинбо в 2016 году для того, чтобы открыть первую украинскую балетную школу в Китае. Точно такую же балетную школу, в которой когда-то занималась я сама. Для того, чтобы мои ученики смогли пройти тот же самый путь, который когда-то прошла я. Что такое балет? Балет – это целый увлекательный и волшебный мир, в котором каждый ребенок – это волшебник, способный создать свой уникальный и неповторимый танец, с помощью которого он показывает нам, кто он такой, как он видит этот мир и как он его чувствует.